В эфире «Таван Радио» стартовал новый сезон. Коллеги поделились с нашей съемочной группой грядущими проектами. Одним из них стала утренняя программа «Будильники шоу». Что ждет слушателей в эфире радиостанции, узнаем из следующего сюжета. Узнать секреты приготовления блюд различных кухонь мира, открыть для себя новых писателей и даже изучить иностранные языки. Все это возможно в эфире программы «Будильники шоу». С начала августа утреннее шоу вещает в обновленном формате. Новые рубрики, новые гости и новый ведущий. Очень интересно, конечно, общаться с большим количеством народа и с большим количеством публики, потому что ты постоянно что-то новое узнаешь. Я хочу больше активности, я хочу, чтобы слушатели как-то принимали участие больше в интерактивах, звонили, писали побольше, вот так вот активно. Может быть, какие-то рекомендации были бы с их стороны, отвечали на вопросы, которые мы им задаем. «Таван Радио» представляет дуэт «Новый Максим и Алена». Ну, давайте, Алена, на 3-4, да. Давай, поехали. Море зовет, вьет, волна поет, а мы такие отдыхаем. Теперь радиошоу вещает на волнах «Таван Радио» на час больше. С 7 до 10 утра по понедельникам, средам и пятницам. Каждая программа будет посвящена определенной тематике. Как отмечают авторы проекта, радиослушателей ждет много нового, интересного и необычного. В этом могут убедиться все чебоксарцы. Нужно лишь настроиться на волну 103 FM. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Андрей Шоклев. Республика.